Всем привет, друзья! На сегодня у нас вот такой вот принтер, инфоушка домашняя, маленькая, Samsung, как моделька, SCX-4100. Данный агрегатик умер, кажется, смертью храбрых, и поэтому мне его притащили на расковырять. Посмотрим, что он имеет. Так, агрегатик у нас лазерный. Все зачухано. У нас тут так, лоточек остался, даже бумага. Бумажка пригодится. Мой принтер пойдет. Немножечко покажу его сзади. Так. Вот так он выглядит сзади снизу. Вот что у нас тут. Переключатель. Есть подключение USB-шное. И вот такой вот классный портик, видим уже с позолоткой. Сейчас я его раскручиваю и посмотрим поближе, что у него там есть. Так, ребят, немного раскурочил, как говорится. Снял картридж отдельно. Вот полностью вся сканирующая часть. Она полностью снимается, все двух шлейфов. Также корпус. Вот с панельки снял вот этот блок управления с кнопками сам. И первая находка, вот смотрите, пятачок. Надеюсь, видно вам монетка. Вот она. Может быть, она и предшествовала. Она застряла даже. Обычный 5 копеек. Магнитец, кстати. То есть, возможно, может быть, из-за нее что-то, как говорится, навернулось. Причину мне не сказали, просто сказали, бы это бросил печатать. Я вот так понимаю, это разогревающий вот этот сам элемент. Там лампа или что-то такое находится, или диоды. Ну, в общем, как видите, он зачухан сильно. Сейчас я его дальше раскручиваю и посмотрим дальше. Как вот лапка уже одна, как говорится, оголилась. Посмотрим, что у нас есть еще. Итак, друзья, все, наконец его весь разбабахал. Конечно, засахарил весь стол, варежки, ну, как сами видите. В общем, ну, в принципе, я думаю, если кто-то не видел, то хотя бы, как говорится, может быть, это будет полезно. То есть разобрал сам этот картридж, все, все просто засрано. В общем, что здесь? Металл, металл, и только вот одна алюминиевая вот эта вот, сам вот этот валик. Остальное все металлическое, все магнитное. Сейчас сразу, блин, нафиг его убираю. Ой. Так, далее сразу пройдемся. Это часть сканер. То есть, ну тут все банально, просто вот он вот так вот мотает, ездит. Тут ничего нету, тут сам маленькая вот эта платочка. Платочку я извлеку попозже. То есть, теперь, как вам проще сказать, у меня появился очень хороший старый знакомый. Давно с ним не виделись, и... То есть теперь я буду, ну так, немножко просто показывать, что можно взять с этих платок. Вот такая платочка. Ну, я думаю, позолота там нету, ни хрена. Хотя, может быть, есть чуть-чуть под вот этой лампой. Но большую часть теперь деталей я буду оставлять, ну, как в сборном виде. И показывать просто, что с них можно взять. Так, ну тут железо. Вот он шлейфик. Шлейфик, в принципе, вот кончики посеребренные. Можно собирать также, но очень много. Тут железяка и вот такой вот моторчик. То есть немножко медяшки можно взять, если что. Так, с этим разобрались, поехали дальше. Дальше у нас тут мелкая срезка, то есть вот эта латунная вся хреновина. Вот там сам пульт с кнопочками, то есть платка, ну как видно, все-таки это медяшка. А вот на этой плате видно, что вот, то есть контакт вот этот позолоченный. Возможно, с позолотой, но пока снимать не буду, пока оставлю. Глянем, дружище, короче, в общем, ему, если что, кажется, подгоню. Так, ну а взять можно здесь что? Вот они, транзисторы с позолоткой внутри. Ну и также мелкие SMD-шки. Ну, не все берут такую мелочь. Ну, кто берет, ребята сами знают. Ну и также чип, ну и кнопочка с посеребрением. Позолота, я думаю, вряд ли здесь будет. Ну, как повезет. Панельку с нее снял аккуратненько, чтобы назад вот прикрепить можно было. То есть, вдруг куда она в дело еще пойдет. Так, отставляем. Далее.
И далее вот такая коробчаха, можно сказать, с железом она плохо видно. Так, я там ошибся, нагревательный элемент оказался, был вот в этой трубке. Вот это сама лампа, которая, наверное, разогревает все это дело. Вот так она выглядит. Думаю, не знаю, вот так будет видно. В общем, там маленькая спиралька, сама трубка алюминиевая снаружи. Так, а вот тут блок, который подумал, что разогревает. В общем, что тут есть? Можно также взять тут вот, ну, немножко медяшки, маленькие SMD-шки, ну, усыпанные. Также пару транзисторов, я вижу, такие же маленькие с позолоткой. Ну, и вот тут память забрать. Разъем, ну, посеребрение. Явно, тут, ну, тут ничего нету. Ну, вот маленькие только нержавеечки есть и все. Также вот платка, думаю, будет видно. То есть... Тоже так же транзисторы маленькие, ну и маленькие SMD-шки. Все это спаивается. Так, сейчас сразу это железо, все валики. То есть оставил мотор целиком и оставил кулер. Кулер такой вот миниатюрный на 24 вольта. Ну, я думаю, куда-нибудь в дело годится. Так что пару катушек, ну, немножко проводков. В общем, весь хлам. И рассмотрим основную плату. Тут, в принципе, как говорится, небогато, но все-таки, как я думаю, видите, ну вот так вот, думаю, видно будет тоже. В основном катушки, медяшки, трансформаторы, несколько транзисторов, в принципе. Так, предохранитель, ну, с его посадкой. Нашел также, вот она, маленькая кэмочка, ну, К1017. И подобные. В принципе, больше тут, ну, то также катушки, но можно кто по цветнику алюминий забрать с него все. Тут даже SMD-шек на этой плате нет. Ну, тут побогаче, то есть тут есть сам чип, тут памяти, ну, то есть все чипы снимаем. Также усыпано все транзисторами мелкими с позолоткой. И также вот палади вот эти бескорпусные кэмочки, то есть им также все усыпано. То есть, ну и, соответственно, вот этот вход хорошо позолочен. В принципе, больше с него взять нечего. То есть, вот такой вот. Надеюсь, вам понравился. Такого формата короткий обзор не буду я срезать. Думаю, срезку, ну, по полной, так как те детали особо никому не нужны, буду делать по советским приборам. Так что, ребята, поддержите пальчиком. Кто не подписан, подписываемся. Все, всем спасибо, всем пока.